Китай выступает против демонстрации силы в Южно-Китайском море и продолжит отстаивать свой территориальный суверенитет, морские права и интересы. Об этом заявил официальный представитель МИД КНР Мао Нин, отвечая на вопрос корреспондента, который попросил прокомментировать текущее стремление США углубить морские связи с Японией и Филиппинами. Во-первых, Китай обладает неоспоримым суверенитетом над островами в Южно-Китайском море, включая риф Жень-Ай и прилегающими к ним водами, а также неоспоримым суверенитетом над островами Дяо-Юй-Дао и прилегающими к ним островами. Действия Китая в Восточно-Китайском и Южно-Китайском морях разумны, законны и соответствуют международному праву. Во-вторых, никогда не было проблем со свободой навигации и полетов в Южно-Китайском море, но мы решительно выступаем против произвольных действий и демонстрации силы в Южно-Китайском море со стороны соответствующих стран, а также против посягательств на суверенитет, безопасность и интересы развития Китая под видом свободы навигации и полетов. Соединенные Штаты придерживаются менталитета холодной войны, на каждом шагу угрожая другим странам двусторонними союзническими договорами, что является серьезным нарушением устава ООН и подрывает региональную стабильность. Китай продолжит защищать свой территориальный суверенитет, морские права и интересы, сотрудничая со странами региона для поддержания мира и стабильности в Южно-Китайском море.